Здравствуйте, вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ника Виардо, нетипичный нейропсихолог. А поговорим сегодня о стрессах в больших городах. Ник, ну первое, что значит нетипичный нейропсихолог? Расскажи. Психологов много. Коучей много, но людей, которые понимают, как работает наша вся нейронная сеть, как работает тело на уровне биохимии, на уровне физики тела, таких людей немного. То есть это кроссфункциональная, по сути дела, наука, и нетипичный нейропсихолог – это человек, который работает с человеком, понимая, как в данный момент, какие процессы у тебя происходят в мозге. То есть я человек, который специализируется на нейрофизиологии человека, и, соответственно, я сюда добавила психологию. Сегодня говорим о стрессах, и страхах, и неврозах. Почему так сильно влияют на нас большие города? Почему именно люди, которые живут в больших городах, чаще всего подвержены этим состояниям? Смотри, давай разберем эту ситуацию с точки зрения мозга. Все очень просто. У нас есть определенные сенсорные каналы. Мы принимаем информацию через глаза, через уши и, как нам кажется, через нос. На самом деле у нас огромная нейронная сеть, и она расположена во всем теле. Мы принимаем информацию постоянно. Ну, представь себе, что у тебя есть компьютер, у тебя есть основная программа, мы сейчас с тобой разговариваем, работает основная программа. При этом мозг сейчас обрабатывает информацию: освещение, как я сижу, хорошо ли я выгляжу в камере, например. И это происходит постоянно. Представь себе, падают ли на меня декорации? Да, но это в рамках данного контекста, да, в рамках данной аудитории. А представь себе обычного человека, который выходит на улицу с утра, и на него вываливается шквал информационного потока. И если мы думаем, что информационный поток – это только соцсети, то мы сильно заблуждаемся. Это телим-телим от телефона, белим-белим от всех мессенджеров, какие-то звуки нехарактерные, к которым наш мозг еще не так адаптировался. Это что-то шуршит, стучит. Да, то есть и так далее. Огромное количество сенсорной информации вываливается на нас каждый день. И мы это не анализируем, потому что все это происходит в поле бессознательного. То есть такая фоновая реакция. Помнишь, я говорила, давай метафору себе представим. Есть компьютер, основное действие, а есть кэш-память. Вот в кэше что происходит, мы никогда не оцениваем. Мы никогда не обращаем внимания, как чувствует себя наше тело. Мы обращаем на это внимание, когда у нас уже что-то болит, и уже, ну, знаете, хвост отвалился. Фу, у меня был хвост, он отвалился. То есть мы обращаем внимание на то, что у нас что-то работало хорошо, только в момент, когда оно перестает работать. Почему много стресса в городе, да? Потому что мы не оцениваем те потоки информации, потому что мы вовлекаемся эмоционально во многие процессы, где нас в принципе не должно быть, и потому что мы сейчас находимся, знаешь, вот как ежики такие, в дефокусировке. А зачем нам оценивать вот все то, что происходит вокруг? Насколько это важно? Там что-то где-то зашумело, застучало, забрянчало, но мы же идем, там у нас цель, не знаю, доехать до работы или отвезти ребенка в школу или сходить в магазин. У нас есть какая-то конечная цель. Для чего мы вышли только что из зоны комфорта, покинули свою любимую квартиру, дом и вышли на улицу? Смотри, оценивать, что с вами происходит, нужно только на уровне себя. Что происходит со мной в данный момент? Не нужно оценивать все звуки, не нужно оценивать все лампочки, под которые вы попадаете, но нужно оценивать ваше состояние. Потому что ваше состояние есть не что иное, как единица измерения количества энергии в теле. Но я правильно понимаю, что просто мы не умеем этого делать, и именно поэтому и приводит все вот к стрессам, к неврозам и к депрессиям, потому что мы уже получаем то, что получаем. Мы не умеем, знаешь, что самое простое делать? Мы не умеем оценивать свое состояние в моменте. Нам кажется, что вот я еще немножечко поработаю, а сейчас еще немножечко поработаю, а сейчас еще вот это сделаю, и где-нибудь в конце жизни я поживу. Да? То есть, с одной стороны, тренд такой, что люди все время спешат, они все время куда-то бегут, а в конечный момент они останавливаются, разворачиваются, смотрят. И ради куда чего это все было? И ради чего это все было? И в этот момент человек осознает, что у него нет энергии на то, чтобы что-то изменить. А как же вот этого не допустить?
как все-таки не бороться с ветряными мельницами, а научиться жить здесь и сейчас и получать от этого удовольствие? Вот, это прям ключевой критерий, я его очень люблю. Первое, о чем я всегда говорю людям, давайте переформулируем лингвистическую конструкцию. Вместо «не бороться» давайте придумаем какое-нибудь новое слово. Давайте придумаем себе модель жизни, в которой я живу, словно танцую. Хорошая метафора. Отлично. Если она не подойдет людям, которые сейчас нас слушают, придумайте свою метафору. Почему важно придумывать и придумывать именно метафору? Дело в том, что у нас в коре головного мозга отвечает за высшие когнитивные функции, по сути дела, префронтальная кора головного мозга, либо лобные доли. А вся наша информация, весь наш сенсорный опыт, что мы когда-либо видели, что мы когда-либо слышали, что мы когда-либо прочувствовали, оно записано в других структурах. И вот из других структур мы можем извлечь информацию только с помощью метафоры. То есть, как это жить легко для вас? Вот как для тебя жить легко? Не знаю. Вот, вот, понимаете, потому что мы никогда об этом не задумываемся. Мы задумываемся о том, как достигать целей, как стать высокоэффективным человеком. И вот когда вы идете по сценарию, как достичь целей, как стать высокоэффективным человеком, вы идете по сценарию, я работаю и живу на волевых. И здесь тратится очень много энергии. А организм, он очень умный. Это очень умная система. Она говорит, подожди, я не согласен. У нас есть баланс. После вдоха всегда идет выдох. Отдохни, дай мне время на перезарядиться. Она говорит, нет, ты что? Я высокоэффективный человек. Вон все высокоэффективные, я хочу быть таким же. И это прям, смотри, я сейчас достаточно утрированно это показываю, эмоционально показываю, но ведь мы реально так живем. Ну, абсолютно. Когда мы берем метафору «я живу легко», словно, ну, в моем варианте танцуя, вот прямо сейчас придумав, как это в твоем варианте. Летаю. Вот, летая. Очень часто у людей подхватывается метафора «я живу легко», так, словно я распрямляю крылья, я, допустим, парусник, и я двигаюсь по ветру. И человек действительно понимает, у него есть сенсорный опыт, он понимает, как двигается парусник, когда, что называется, ветер попутный, у него все легко получается. И в этот момент он задумывается, правда, а как это действительно жить так, чтобы двигаться как парусник? И уже в этот момент переводится все в поле осознанного действия, и человек начинает на уровне действия придумывать. Допустим, я буду раньше ложиться спать. Это самое первое. Ступень на пути к отсутствию стресса. Отдых. Потому что у нас все циклично. Вдох, выдох. Выспались, поработали. Нет такого, чтобы 24 часа батарейка ваша была заряжена. Поэтому самая первая ступень на пути к движению, легко танцуя, словно летая, это отдых. Это сложно. Особенно, когда ты живешь в большом городе, где нужно успеть везде и всюду, и не только блестяще справиться с задачами на своей работе, но еще найти время встретиться с друзьями, сходить, не знаю, в салон, провести время с ребенком, с другими близкими, не знаю, сходить в кино, в театр. То есть, еще в спортзал я забыла. Да, конечно. А еще обязательно погулять в парке, ну, это же нужно, да, бывать на свежем воздухе, ну, хоть как-то. Как найти все время? Ну, нет его. Действительно. Ну, вот у меня его нет. Действительно. А что самое главное для тебя в жизни? Для меня самое главное – семья. Вот. На семью время есть? И смотрите, здесь очень интересная тоже фокусировка. Когда ты говоришь самой себе «это сложно», для тебя это действительно становится сложным. Потому что вот у Оши есть очень хорошее выражение. Когда ветер качает деревья, деревья качаются. Как только заканчивается ветер, деревья останавливаются. Когда ты говоришь себе на уровне психики, это сложно, вся твоя структура, вся твоя деятельность нейронной сети говорит, да, окей, сейчас мы сделаем, тебе будет очень сложно, ты будешь на все реагировать, ты будешь ко всему подключаться. Как происходит подключение ко всем процессам? Вот что сейчас происходит, да, ты наблюдаешь вот это вот информационные сообщения, огромное количество очередей в магазинах, отсутствие гречки иногда. Она потом появляется опять, знаешь, как будто Джин сидит и гречку всем выдает. Что происходит с людьми? Им просто страшно. Они в панике, им страшно. Да, им просто страшно, потому что... И на самом деле страшно видеть таких людей, насколько легко они поддаются всей этой информационной...
Воздействию. Да. Да. И как это происходит? Это происходит ровно так, как ты сейчас показала. Они помнят этот опыт, что по-другому мы не умеем. Они помнят, что было много кризисов. Они помнят, что действительно в 90-е были пустые полки. Они помнят, что многим было нечем кормить своих детей. Они это очень хорошо помнят. И они берут, строят картины будущего, основываясь на опыте прошлого. И когда мы говорим себе, что это сложно, мы просто говорим о том, что я не знаю, как по-другому. А как научиться делать по-другому? Как научиться делать так, чтобы избегать ненужных слов, ненужных заданий для своего организма, для своей нейронной системы? Слушай, есть потрясающий сериал, называется он, по-моему, «Люцифер». И он потрясающий только одной фразой. Главный герой задавал людям один простой вопрос. Он задавал его долго. «Чего ты хочешь?» И человек рассказывал, что он хочет гулять в парке, хочет еще что-то. А потом он останавливался и задавал еще раз этот же вопрос. А чего ты хочешь на самом деле? И вот когда мы находим вот ту конструкцию, чего я хочу на самом деле, это как купить билет на поезд в конечный пункт. Я хочу доехать, например, до Сочи. Я беру деньги, покупаю билет и еду в Сочи. И в этот момент я не реагирую на то, что кто-то сказал. Я не реагирую в этот момент на необходимость походить в спортивный зал. Я это научаюсь. Да, вот именно не учусь, вот я специально сейчас сковеркала это слово, а именно научаюсь как ребенок интегрировать в свою жизнь. Посмотри, дети учатся быстрее всего, легче всего и делают это с удовольствием. Потому что у них нет опыта? Да. Потому что и у память? Них первое, нет нету, опыта. Нету опыта. Конечно, у них первое. Нет пустых полок. Да, у них есть желание. У них есть желание, у них очень сильно включена, если на уровне нейронной сети, познавательная функция. Им хочется познать, им хочется узнать. Мы, взрослые, это отключаем у себя. И вместо того, чтобы задать себе вопрос, а как я могу это сделать? Ну, вспомни, ты занималась в детстве творчеством каким-нибудь? Конечно. Рисовала, все. Да, и что-то делала. Театральные. Да, да. Так, музыкальная школа, да, танцы. Да, да. И вот именно творческий потенциал на уровне мозга включает те отделы мозга, которые выдают вам решение. Знаешь, что такое гениальные идеи? Гениальная идея – это как раз способность вашей префронтальной коры головного мозга, погружаясь в опыт прошлого, создавать новые конструкторы. Создавать новые проекты. То есть смотри, представь себе, что все, что ты знаешь, вот весь твой опыт, это такие кубики Лего. Представила, да? Угу. Вот у тебя есть коробка с Лего. И ты так руки большая. Туда погружаешь и говоришь, я хочу и в парке гулять, и семьей заниматься, и поработать, и быть. Все хочу успеть, все хочу успеть. Но в этот момент что ты делаешь? Ты вот, значит, руки туда погружаешь, и ничего не происходит. А когда ты говоришь, так, стоп, я хочу создать сейчас жизнь, в которой есть вот это, вот это, вот это и вот это. И будет она состоять из красных кубиков Лего. И ты уже целенаправленно составляешь эту жизнь. В какой-то момент ты можешь понять, что вот на данном этапе времени я готова отказаться от похода в фитнес-клуб. И я его тогда легко могу заменить, например, на 10 тысяч шагов. Я не буду пользоваться общественным транспортом. Я выйду на 2 остановки раньше. И в этот момент, смотри, ты не будешь делать то, что тебе говорят, а ты будешь придумывать. Вот фантазии всегда рождают потрясающие проекты, потрясающие продукты. Это и есть ваша гениальность. Когда вы нафантазировали, а потом перевели в поле реального мира, в поле материального мира. Ну, получается, тогда и город давить не будет? Абсолютно. Вы научитесь видеть в негативе возможности. Есть потрясающие бизнес-стратегии, я как бизнес-тренер их преподаю и рассказываю. Ребята, в любом кризисе есть голубой океан. Просто вы, используя одну и ту же лопату, которой вы раньше вскапывали 6 соток, не можете вскопать 5 гектар земли. Вам нужны другие инструменты. А другие инструменты, они лежат за пределами вашей карты реальности. Что такое карта реальности? Это тот самый опыт, про который я тебе говорю. И поэтому стресс и страх, вот если есть состояние стресса, есть состояние паники, есть состояние страха, самый простой способ из него выйти – это переключиться, задать себе вопрос, где я сейчас, почему мне страшно. И вы с удивлением обнаружите простой ответ. Мне страшно, потому что я переношу опыт прошлого в будущее. То есть я даже не здесь и сейчас живу, я даже не слушаю этих птиц.
Я эмоционально включаюсь во все, что мне предлагают. Поэтому гречка исчезает. Да. Да. И, слушай, я хочу добавить еще ту метафору, про которую я не договорила. Когда ты покупаешь билет на поезд в Сочи, ты даешь конкретное указание своему мозгу, чего ты хочешь. А если ты приходишь к кассе и говоришь, слушай, я хочу и первый, и второй, и компот, и веселиться, и танцевать, отвезите меня куда-нибудь, подходишь к кассиру. Кассир на тебя смотрит, он даже денег у тебя не возьмет. Она тебя, ну, максимум ты можешь покататься в метро по Садовому кольцу. Да. И это будет, знаешь, такая очень интересная история, что я вроде что-то делаю, я все время чем-то занят. Я все время в каких-то процессах, но я сильно так устала от жизни. И я постоянно в стрессе. На уровне нейрофизиологии происходит следующая вещь. Вы не получаете позитивного подкрепления. Позитивное подкрепление всегда рождается позитивными мыслями, позитивными эмоциями и позитивными гормонами, гормонами счастья. То есть я называю это дофаминовый крючок. Вот как только вы в течение дня... Давай вот прям дам сейчас нашим зрителям самую простую практику. Давай. Конечно. Самая простая практика, мы сейчас с тобой ее прям тоже сделаем. Нужно найти в пространстве, где вы сейчас находитесь, что-то, что вас удивит, восхитит, и вы как в детстве скажете, ух ты, какая интересная штучка. Давай попробуем. Хорошо. Давай. Кто начинает? Ты. Давай. У тебя очень красивые рюшечки на платье. Они мне напоминают куклу, с которой я играла в детстве. И в этот момент я чувствую такую радость на душе. Действительно, смотри, я сфокусировалась. Правда, классные рюшки. Я тоже хочу такую кофту. Ты про рюшки. Я хотела как раз сказать про твою брошь. Я тебе в самом начале, еще до записи этой программы, говорила, что она очень красивая, яркая. И более того, там присутствует мой любимый цвет. Это красный. Вот. Да, и вот как будто я смотрю на нее, погружаюсь в сад, в котором растут розы, голубое небо, дует легкий ветерок. Это еще там где-то слышится шелест волн. И смотри, что ты сейчас сделала. Ты включила все отделы мозга. Ты включила визуальную часть, кинестетическую, слышится, чувствуется. Да, то есть ты включила все тело. В этот момент ты хочешь думать про гречку? Mm-mm. Нет. Я вообще про нее не думаю. Хорошо, кто-то. И я хочу дать в качестве задания, ежедневного задания, находите маленькие вещи, которые вас удивят. Прям маленькие. Это техника, которая позволяет расширить карту. А на одном из бизнес-тренингов мы дали предпринимателям задание в течение ночи практически, они вечером уходили, утром приходили, найти три факта из законодательных новых каких-то форм, да, из... ну, в общем, найти три факта, которые относятся к их бизнесу и которые они не знали. Это может быть закон новый, это может быть какое-то постановление, это может быть новый тренд, это может быть новый продукт, который кто-то создал, или новая потребность. Люди принесли такое количество информации, а потом сказали спасибо. Мы просто этого не замечали. Почему не замечаем? Потому что, когда человек живет в стрессе, смотри, что происходит. Тело, психика, вся вот эта конструкция, которую я называю единой системой человека, она тратит всю энергию на обеспечение жизнедеятельности. Не на развитие, не на кайф, который мы можем получать, даже находясь в кризисе, а на обеспечение жизнедеятельности. И я прям слышу вопрос, как будто бы сейчас зрители сидят, слушают. Ну да, конечно, вам легко рассуждать. А у меня там 10 тысяч рублей зарплата или какая-то еще там зарплата. Ну, небольшая, мне чего-то не хватает. И знаешь, что интересно? Когда вы живете из состояния «мне не хватает», то мне не хватает сегодня, мне не хватает завтра, мне так и будет не хватать послезавтра, потому что решение не принято. Вы живете, опять-таки, основываясь на своем жизненном опыте. Нужно идти дальше. Да. А нужно принять этот факт. Но опять получается, что эти решения, они человека и загоняют в тот самый угол, да, он постоянно сам себе дает, ну, как я в начале нашей программы сказала, невозможно, да, то есть если человек будет говорить, что я, ну, возможно. Вот, ты сама только что это сделала, смотри. Возможно, сейчас я получаю недостаточно высокую заработную плату, но завтра... эта ситуация может измениться, и я найду шаги или решения, которые позволят мне осуществить. Браво, браво. Смотри, и ты сейчас что сделала? Описала мыслительный процесс в позитивной формулировке. У меня есть такой опыт.
мне в нем некомфортно. И здесь невозможно. И я сейчас тоже зрителям дарю один простой вопрос, с помощью которого вы научитесь трансформировать свою реальность. А что, если можно, то как? Окей, невозможно. Хорошо, эту информацию я уже знаю. Здесь невозможно, я с вами согласен. Товарищи внутренние критики. Прям в себя можно посмотреть. Причем, знаешь, обрати внимание, что часто вот это слово «невозможно» внутри тебя говорит кто-то, кто вообще не ты. Это, например, может быть, твоя мама, голосом мамы сейчас. Ты куда лезешь? Прозвучал. Давай быстрее, 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 мы опаздываем. Да, потому что это тоже сенсорный опыт, записанный в нашей нейронной сети. Ты говоришь, хорошо, я понял тебя, невозможно. А если можно, то теперь, то как? Именно так гениальные решения приходили в мозг абсолютно обычных людей. Если мы сейчас расскажем про президента компании Apple, то были гораздо более талантливые айтишники в его время. Гораздо более. Но у них не было вот этого творческого потенциала. Потому что в современном мире для того, чтобы выходить из стресса, нужно научиться включать 68% творчества и только остальной ваш жизненный опыт. Потому что, смотри, мир меняется прям квантовыми шагами. Очень быстро. И сейчас все футурологи, все люди, которые занимаются образованием, они говорят о следующем. Дети сегодняшние и дети завтрашние. Да, вот то, что мы даем детям сегодня, завтра им может просто не пригодиться. Но пригодится одна простая вещь. Умение жить в уровне неопределенности. Да, это умение жить без стресса, без страха и без ограничений. Ну, я не имею в виду ограничения в виде уголовного кодекса, да? То есть есть определенные рамки, в которые мы живем как в системе. Но мы живем в государстве. Конечно, и, безусловно, конечно. Вы должны же соблюдать все те законы и правила, которые приняты. Да, вот давай возьмем прямо сейчас структуру. Люди очень сильно боятся, особенно мамочки. Вот, я сейчас сяду с ребенком, этот карантин, да что мне делать? Давайте. А самое главное, ведь вопрос не что мне делать, а что мне делать с детьми. Да. И да. Если честно, когда я это читаю в огромном количестве сейчас в соцсетях, мне, ну, правда, страшно за этих мам, которые на полном серьезе пишут, что они не знают, выдать им инструкцию по применению к моему ребенку. Такое ощущение, что это просто чужие дети. Слушай, с ними и это же на самом деле хорошо. Вот я сейчас посмотрела на это с точки зрения... Хорошо. Если человек в этот самый момент готов признать факт того, что я реально не знаю, что делать с ребенком, помогите мне. Это говорит о его готовности, о его нейропластичности. Не то, что он кричит, давайте быстро мне всем помогите, а именно помогите мне на уровне действий. Что можно сделать? И если он начинает интегрировать в свою жизнь 15 минут с ребенком, попрыгал, сделал зарядку, 10 минут дал ему творческое задание, 30 минут оставил его в покое. И это все настолько легко происходит. У меня есть знакомая, у нее, она мамочка двоих детей. И я задаю вопрос, как ты с ними справляешься? Она, знаешь, мне отвечает, что они у меня самозанятые. Говорю, прекрасно. И когда я встречаю, говорю, о, твои самозанятые идут. Она научила детей играть творчески в любом пространстве, по сути дела, то есть не включая взрослых в процесс. Вот. Ну, это очень здорово. Да. И очень сильно помогает. И так... в то же время учит и детей развиваться самостоятельно, да, и да. самим принимать решения, да. выбирать направление. Да. Как она это сделала? Вот как? Она включила свой творческий центр. Она не включила опыт, который был у кого-то до этого или у нее. Она, по сути дела, тестировала гипотезы. А что, если вот так сделать? А что, если вот так сделать? А что, если вот так сделать? И я хочу подарить еще одну технику нашим зрителям. Она называется техника «Зато». В любой непонятной ситуации, вот в любой ситуации, где вы чувствуете невроз, где вы чувствуете, что идет не по плану, где вы чувствуете, что мир рушится, выйдите из нее, прям физически встаньте со стула, когда у вас приходят эти мысли, и переместитесь в другую плоскость, и посмотрите на ситуацию под другим углом со словами «зато я» и найдите позитивное в любой негативной ситуации. Можем даже сейчас попробовать. Хочешь? Да. Давай, какую ситуацию рассмотрим? Не знаю, любую. В школах сейчас объявили карантин. Дети будут присутствовать дома. И я вам нашла вот как минимум одну очень мощную гипотезу, которая помогает смотреть на ситуацию с улыбкой. Зато дети попробуют, что такое домашнее образование.
И, может быть, это им понравится. И, может быть, они успеют интегрировать что-то более интересное. А я могу помочь старшей дочери, например, выдавая ей нужные, интересные книги, потратить время на беседу с ней. Не тогда, когда я хочу, чтобы она что-то сделала, а тогда, когда она будет готова разговаривать. Зато наши дети выспятся. Правильно? Угу. Угу. Что еще? Зато мы больше времени проведем с семьей. Зато мы больше времени проведем с семьей. Зато я включу старшую дочь. Ну, я про себя же могу только рассказывать. Да? Люди могут взять мой пример. Зато я включу старшую дочь в процесс семейный, где она будет мне помогать делать какие-то домашние дела. Не под угрозой, не насильственным методом, а объясняя, что мы можем построить коммуникации вот так. То есть техника «зато» позволяет посмотреть на ситуацию под другим углом. Знаешь, если взять метафору, то вот, допустим, у вас какие-нибудь светлые очки, а вы можете посмотреть на эту ситуацию в голубых линзах. И ситуация изменится. Однозначно. Но получается, стрессы, неврозы, депрессии, все это как искусственным путем создается, но, по сути, самим человеком. Да. В общем-то, этим же человеком также легко может разрушиться. Однозначно. И никакой вред не нанесет. Потому что все-таки состояние стресса, неврозы, страхи, паника, ну, они самоуничтожают. Но мне кажется, внутри самого человека он просто теряется в пространстве, не понимает, и что ему делать. Смотри, здесь нужно понимать уровень стресса. Если человек уже очень сильно в глубокой депрессии, как она определяется? У вас очень сильная постоянная бессонница. Вы находитесь в состоянии постоянного ожидания чего-то плохого. К бессоннице может добавиться какая-то психосоматика на уровне тела. Даже какие-то хронические заболевания часто это проявление психосоматики. То здесь, конечно, уже нужна помощь специалиста. Но вот эти маленькие шаги, которые я описала, они тоже вам помогут наблюдать за собой, как я реагирую на те или иные события. Ник, спасибо за интересную беседу. Надеюсь, что ты у нас не в последний раз. Спасибо большое. Приглашайте. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. И я думаю, что вопросов будет много. Собирайте. Мы подготовим ответы. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.